Здравствуйте! В эфире телеканала «Абакан-24» прогноз погоды на пятницу, 18 февраля. К интересным датам. Сегодня отмечается День батарейки. Дата выбрана не случайно. 18 февраля 1745 года родился итальянский ученый-физик, один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным вольтовым столбом. Это открытие и стало прообразом современных батареек. Пятница, 18 февраля, в Черногорске облачно. Днем минус 13, ночью до минус 23 градусов. В Саиногорске пасмурно, небольшой снег. Минус 8 будет днем, ночью подморозит до минус 20. В Сорске небольшой снег. Температура днем составит 10 градусов со знаком минус, а к вечеру столбик термометра покажет минус 27. В Абазе небольшой снег. Днем минус 6 градусов, к вечеру до минус 18. В Абакане облачно с прояснениями. Минус 11 градусов мороза в светлое время суток. Ночью температура опустится до 25 градусов со знаком минус. Ветер восточный, атмосферное давление повышено и составит 754 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам самого доброго!